теперь сегодня расскажу кукольного кролика и ободок мрак. Вот сейчас щипать подают. Вот такой вот кукольный кролик. Такой там не был. Тут уже другие, ой, тут уже другие вот где-то. Он тебе показывал. Том, тарелка тут и еще вот такой паук есть. Ну, в наш я там не видел. Вот такой вот ободок. Там, кстати, у него тут, он мне напоминает сказка из той кота. Но нет рта. Он мне еще это напоминает. Ту игрушку, знаете, если у кого она есть, такая как магнитик, понимаете, типа, тут еще замяз. Как у бабки. Ну, как эти бабки одевают. Сейчас вам покажу. Там уже новогодний, кстати, подают. Уже на Новый год. Это, на ковы. Вот эти. Сейчас. Голову. Если что, у меня нас. Они не снимаются. Так, вот такой кукольный кролик. Это там я две еще не делал. Большие, как покажу. Вам вот такая же большая пачка. И зимняя пачка новогодняя. Давайте покажу. Это называется воздушный фуфле. Написано изделие кондитерское сахаристое воздушное суфле. Пухлый кролик со вкусом пломбира, тыквы, манго. Тут понятно, тут клубника. Это не будем открывать. Кстати, открою. А тебе так. Вот он. Еще есть такой с Бэтменом подается. Гадкий я. Три и... Я их потом. Нормально. Вот. Сейчас так попробую. Что это такое? Ничего. Ну вот, кому... Кому тоже такое нравится, я с мультиком покупал. Кому... Лунтик там по-новому, по девятому сезону. Там одной лунтик на одной луна. Ну вот, все. Все, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.